В гостях быть хорошо. С гостинцами мешок оттягивает руки, давит плечи. К себе же пригласить, а то молчок. Заприбедняемся, что угостить, мол, нечем. По Библии нас учат отдавать, добытое по-честному с успехом, к больному с посещением на кровать, налить прищедро жаждущим доверху, кормить голодных, раскупорить заначки, с сумой наполненной по кельям у тюрьмы, любить Христа, понять, что это значит, когда мы Господу послушны и верны. Лет 70 отмерено гостить, но кто-то засидится и до сотни. Нам главное до царства донести кресты, их смастерил нам назарейский плотник. Желанно ли со своим советом, когда без спроса в разговор вторгались, евангельские мысли пусть пометят, когда безбожную уничтожали гадость. Если наши кости на погосте, то чем помянутся шаги и рукоделья? Как твердо веровал в Христа, не на авось ли, считая мир своей великой кельей? Через эфир, теперь через интернет, через компьютер набиваюсь в гости. К себе зову, как будто я в тюрьме, и через письма сооружаю мостик. Не просто гость, но и иметь свой гвоздь, на нем на память книги в рюкзаке. В них прославляется за милости Христос, он учит строить дом не на песке. Сумел ли ангелов нечаянно принять, а пресно-комиссары угостить? Орлом ли стал, остался ли слизняк? Не скажет ли, ушел такой-то тип? 30 апреля 2005 года.